Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Александр Жук, автор блога HelpZarobotok.ru. И сегодня у нас на рассмотрении новый обзор лохотрона, который называется «Национальный отдел возврата пенсионных накоплений». Все это бред, вранье и замануха, созданная в большинстве случаев для пенсионеров, чтобы выманить у них последние деньги. Не ведитесь на это, всем расскажите. Вот про эту статью расскажите всем, потому что пенсионеры — это самый, наверное, незащищенный класс людей в интернете, которые верят всему и верят все в то, что написано. Они за всю жизнь не нашли счастья, скажем так, на земле, деньги заработали, и на пенсии думают, что они заработают в интернете. Но ничего подобного. Расскажите, поделитесь этой статьей. Я максимально подробно здесь описал все это, как это происходит, потому что люди хотят. На пенсии сейчас очень трудно пенсионерам живется. Я как бы не понаслышке это знаю, по знакомым, по своим. У мамы, у моей пенсии 9 с копейками. Вообще-то реально это смешно, что это за сумму можно сделать, я не понимаю. Ну, как бы так, и потом пенсионеры, они пытаются из последних сил что-то найти, во что-то поверить, в результате они теряют последние деньги. Вот комментарий на моем блоге, можете не полениться найти. Мне не пишите, не спрашивайте, где, какой, хотите — найдете, не хотите — не ищите. Этот комментарий реально написан живым человеком, и это, получается, продвинутый пенсионер, это женщина. Извините, а вернуть деньги как-то возможно? Слила. То есть это уже продвинутый пенсионер, она уже ни разу потеряла, знает, что такое слив. Обычные люди под словом слив понимают это, ну, не знаю, слив жидкости куда-то, там что-то. А здесь именно уже сленговое выражение — слила деньги. Ну, в любом случае, то есть здесь написано, слила всю свою пенсию, теперь даже не знаю, на что жить. Все мы без греха, но деньги, на деньги очень жадные. Да, она признает в этом, что все они грешны, и деньги нужны всем. Да, это факт. Но не надо же верить всяким проходимцам, всяким лохотронам. Вот я здесь написал, может, хватит лохотронов, поделитесь этой статьей, расскажите всем. Я вам сейчас помогаю, вы помогаете кому-то. Завтра кто-то мне поможет, завтра поможет кто-то вам. Кто, если не мы сами? Нам никто не поможет. Я пишу эти статьи не просто так, не для красного словца, а для того, чтобы люди видели. И своими статьями я уже спас очень многих людей. Можете почитать здесь комментарии на блоге и на ютубе. На ютубе их вообще очень много. Что люди проверяли, заходили и не велись. Хотя очень хотелось, очень. Если бы это так было, то, блин, я бы тоже так зарабатывал бы на халяву. Но, увы, такого не бывает. Значит, расскажите всем об этой статье. Теперь давайте переходим на сайт с вот 100% вранье, с липовыми отзывами. Так, ну то на получите 500, 5 минут. Дальше тут важно выплаты, что якобы не государственные есть, тролливали, телетели, тут какой-то закон еще вписывают. Я понятия не имею, так ли это на самом деле, потому что я не обращаю уже внимания на всю эту лажу. Эта лажа рассчитана на доверчивых людей, которые думают, что и правда им здесь чего-то будет. Я-то знаю, что там ничего не будет. Так, смотрим отзывы. Ну, можете сами прочитать, я как бы не буду диктовать. Тут 274 455, и видите, суммы какие, которые... И все, больше говорить не хочется. Думаете, я 274 тысячи не хочу на халяву? Хм, ошибаетесь, хочу. Так же, как и вы, так же, как все остальные. Но я думаю головой, за что мне дадут эти деньги, если я ничего не сделал? Вот и все. Вопрос, на который вы сами себе не ответите утвердительно. Раз не можете ответить, значит, это лохотрон. Вот и все. Вот читаем отзывы, знаете, сколько их тут, все это человек читает, деньги получила, сколько, не скажу секрет, ух ты! И так далее. Тут, конечно, есть никаких комментариев, да не знаю, радовался там или нет, типа у нее все в порядке, все хорошо. Вот, знаете, читаем, читаем, оставьте свой отзыв. Естественно, если вы напишите, вы, я думаю, понимаете, что он не будет опубликован. Проверить данные. Опс! И мне это очень понравилось. То есть лохотронщики все-таки придерживаются своего метода. Введите фамилию, пожалуйста, вот моя фамилия, гражданство Россия.
продолжить. То есть эти данные нафиг никому не нужны. Данные паспорта. 4 цифры. Заметьте, я ввел буквы. Понимаете? Вот все. Вот то, что я сейчас сделал, два действия, уже все. Это говорит о том, что здесь лохотрон. То есть они даже... Он, ух ты, я тут забазарился, деньги побежали, вау, я уже богатый, уже можешь сегодня ничего не делать. Аж даже забыл, что хотел сказать. А, да, вспомнил, от радости забыл, дыхание сперло. Значит, хотел сказать, что вы увели данные, я бред вел, уже понятно, что лохотрончики даже не удосужились поставить, не знаю, простой цикл по условию, кто понимает программирование, ну хотя бы элементарную какую-то проверку, если... Ну даже не так трудно. А зачем? Лохни мамонт, лохни выбрит, и так все поведутся. То есть я там не посмотрел, сколько денег, как бы разговаривался, подключение к свободному оператору. Представляете, все операторы заняты. Нам повезло, что нам, кто там, Маргарита Елисеева ответила, и тут же, как говорится, берут быка за рога, без всяких там тили-тили траливали. Кстати, тут даже, по-моему, сумма-то не показана. А, нет, показана. Я проговорил, 142 тысячи. Чтобы получить 142 тысячи, вам нужно заплатить всего лишь 149 рублей. Под чем они там, они... На чем они обосновывают это? Которая... Фиксированную плату. Ну, короче, не написано толком ничего. И когда вы нажимаете «Оплатить доступ», выходит... оплатить. Еще бы, конечно, вылазило замечательно. Слова поздравляю, вы лох, было бы, конечно, вообще супер. Вот так вот, обычный лохотрон, который рассчитан на то, чтобы вытащить с вас все денежки. Вот все, как я здесь расписал, все, как бы вам рассказал, все, как есть, и даже деньги не заметил, какие-то мне полагаются. Значит, еще раз, национальное отдел возврата пенсионных накоплений, никакое это не благо, а это самое обычное зло, самый обычный лохотрон. Хоть все сделано красиво, все это как бы грамотно сделано, ну, кроме, конечно, ввода данных, но по сути это не меняет. Это лохотрон, который нацелен на одно, вытащить максимальное количество денег. После платежа 149, я больше чем уверен, пойдут еще другие, еще пойдут. То есть, пока у вас деньги не закончатся, как вот написала пенсионерка, слила всю пенсию. Даже если взять пенсию, потому что назвал у моей мамы 9300, 9000 слить. Ух ты! С одного пенсионера. А таких за день сколько? 100-200 человек. Соответственно, делайте выводы сами. Так что вот так вот. Но, если вам реально нужны деньги, вы реально нормальный, здравомыслящий человек, умеющий думать головой и дружащий с головой, желательно с прямыми руками, это все были метафоры, но вы понимаете их. Если вы действительно хотите начать зарабатывать в интернете, то вот кнопочка «Перейти к проверенным методам заработка». Здесь собраны те методы заработка в интернете, которые я лично проверил. По большинству из них я работаю. Работают те люди, которые посещают давно мой блог и довольно-таки успешно зарабатывают. Присоединяйтесь к нам. Они пополняйте ряды лохотронщиков, точнее лохов, попавшихся на лохотрон. Хватит. Вот, переходите, изучайте, применяйте и зарабатывайте. Так, лайк на видео поставили? Спасибо. Обязательно поделитесь в социальных сетях, я это не раз просил в статье и в видео. Расскажите о моем блоге, расскажите об этом лохотроне. Ну, очень много людей на это ведутся, потому что похоже на правду, а реально это обман. Обман с целью вытащить у вас деньги. Подписывайтесь на новости канала на YouTube, нажмите на максимальное количество сетей, где вы зарегистрированы, расскажите всем. Подписывайтесь на новости моего блога. Кстати, про лохотроны вам не буду присылать сообщения, только более важное. А так, заходите каждый день на мой блог и смотрите, что где появилось новое. Важная информация, я ее пришлю в письме. Если я буду присылать вам все, что происходит на блоге в письме, то я ничем не буду отличаться от лохотронщика, которые толпами вам шлют письма. Я присылаю только важную, дельную информацию. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях или в личку. Правила комментирования здесь. Буду ждать с нетерпением.
Даже если вы попались на этот лохотрон, честно напишите, пускай вам будет стыдно, но вам станет легче. Почему? Потому что вы осознаете. И больше на это никогда не поведетесь. Если уже вы не повелись на этот лохотрон, большое вам спасибо за то, что вы поверили моим словам, то, что вы смотрели мой блог, потому что многие люди, которые читают мой блог, они уже пишут сразу, что мы не повелись, Александр, благодаря вашим статьям и вашим замечаниям. Поэтому рассказывайте о моем блоге как можно больше количеству людей и присоединяйтесь к тем людям, кто уже успешно зарабатывает в интернете. Не думайте, не так уж страшен черт, как его малюют. Так что не так уж трудно заработать в интернете, когда знаешь как. А как написано в этих обучающих курсах. Какой курс вы выберете? Очень много курсов. Выбирайте тот, который подходит именно вам. И начинайте зарабатывать. До встречи в следующих видео. С вами был Александр Жук. Пока-пока.